Кристина Ра и Диджей Пэтс на сцене ночного молодежного канала. С песней «Я могла бы». Ваш аплодисмент. Я могла бы быть для общества опасной. Белый, зеленый, синий, совсем невыносимый желтый. Иметь глаза Брюс Ли. Я могла бы стать актрисой лысой, кучерявой, старой. Или стать себе не парой, или просто быть неправой. Я могла бы быть принцессы, если бы, конечно, родилась при этом Уэйс. Или в Неверленде с Майклом гулять. Но я не выбирала папу и не выбирала мать. Я могла бы улететь на любые острова, изучить Дао и уехать на Гуа. А на трапе самолета закричать: вот это да, это Гуа. Я могла бы целый мир в моей смерти обвинить, если бы только я осталась жить. Любоваться на закате, как дельфины в стае блещут, прикасаться телом, тело чувствуя дыхание ночи, губы, руки, жать по коже и на ухо пару слов. Я люблю тебя, я тоже. Я люблю тебя, я тоже. Я хочу тебя, о боже. Да, 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 да. Я могла бы раствориться в твоих ласках и часами утопать. И без ночами жаждать и тебя ласкать. Я могла бы стать суперизвестной или сочинять блатные песни, слушать свой адрес непристойную лесть. Я могла бы жесть. Я могла бы быть послушной дочкой или поделиться левой правой любой почкой, подарить миру здорового сына, а может быть двух и дочурку Зину. Я могла бы быть водилой на такси, логопедом, лором или раскрученной МС. Могла бы тонну мороженого съесть или просто столяркой к ночи жесть. Может быть, я стала папой, все может быть. В наше время можно сделать, если бы я стала жить. Антивирус против СПИДа я придумала бы точно и сказала всем на свете, что любовь спасает жизнь. Я могла бы создать семью и говорить им, что люблю. Или милый стюардесса, фаталистка, поэтесса. А еще я могла бы стать послом доброй воли для ООН, под опеку взять и дом с Брэдом Питтом их расти, или с Брэдом лечь в дурдом, чтобы просто бросить пить, если бы только я осталась жить. Но когда мне было 2, мама бросила папа. А когда мне было 5, на заводе была мать. 8 боль потеря, 12 горсть колес, суицид и море слез. А в 16 кома цен на системе, на игле, операцию, ты, больнички, клубы, университет. Пролетели мимо годы 18, 19, 20 лет. Мама, 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 троица морщины. Папа, папа, папа где-то далеко. Сказала бы Фаина Георгиевна Раневская, любимая, жизнь прошмыгнула, как в кино. Я могла бы, если бы только. Это импрессионизм. А вы мне понравились. Вы очень эмоционально пели. До свидания. До свидания.